Существенных изменений в процессе оформления шенгенских виз для казахстанцев после 1 марта нет. Страну не вносили в черный список ЕС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте представительства Евросоюза в нашей стране. Решение о выдаче визы будет по-прежнему приниматься консульством государством-члена в течение 15 дней. В некоторых случаях это займет 45 дней. А введенная с 1 марта процедура так называемой дополнительной консультации входит в общий срок рассмотрения документов. Всего дополнительные консультации для получения шенгена вводятся для 40 стран. При этом в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что ни о каком попадании нашей страны в черный список речи не идет.